Найди мобильный пост ППС контроля разметки. Ограничение 90. Ну, датакам работает. Кромешная тьма. Где-то на горизонте что-то мелькает. Так на самом деле. Поляризованный фильтр на видеорегистраторе улучшает картинку. Вот те населенные пункты, которые будут попадаться, вы можете посмотреть на треке. Я, откровенно говоря, не знаю. Так, отвечу сейчас на вопросы, которые мне пришли. Так, теперь отвечу на вопросы. Логин. Александр VII написал: транспортера вам не хватает для ПВП, и дешевле, и быстрее. И думали мы над этим тоже, вот, но из-за того, что только у нас что трасса М4 Дон, ну и объездная Питера, они вот платные, но передвигаться передвигаться приходится по всей России. Вот. Да, я согласен, что было бы гораздо удобнее. Потому что видишь, как проезжают большие грузы без остановки, без ничего, пролетели и все. А здесь теряешь время. Да, плюс ко всему вот эта вот нервотрепка. Да, вообще вопрос с повестки не снимаем. Думаю, ну, ознакомимся более подробно с этой системой, что, как, едят, есть ли разовые или, ну, ознакомимся с этой системой. Вообще вопрос интересный, да. Думали над этим, но вот вы напомнили, поэтому я этим вопросом займусь. Так, логин Александр VII. Насчет перемены. Так, трассу Дон в трассу Крым не переименуют, я думаю. Потому что исторически трасса Крым — это М2. Да, так-то оно так, но оно доходит до границы с Украиной. Вот. И к Крыму вот в настоящее время по ней не проехать. Сами понимаете, какие там таможенные барьеры. И через территорию не совсем дружественной страны проехать будет проблемно. А вот Дон, если в Крым, а трассу Украина, так, трасса Украина. Ну, в общем, вопрос интересный. Ну, не знаю, посмотрим. Вот. Я бы, была бы моя воля, конечно, бы переименовал вот этот М4, потому что она ведет до моста, доведет через мост и по всей территории Крыма. А вот трасса Украина, во что переименовать?
но не знаю. Так. Поживем, увидим. Так, логин автодороги России написал. Да, состояние трассы в Ростовской области оставляет желать лучшего. Так, ну что я могу ответить? Ну, я не знаю даже, что ответить. В Ростовской области не самые плохие дороги, по-моему. Я помню, что в Волгоградской области, я уже писал об этом и говорил неоднократно, самые плохие... Возможен затор в правой полосе. Ограничение 90. Самые плохие дороги в России – это Волгоградская область. Хуже дорог... Я не видел. Видел, может быть, но забыл. Но никак не вяжется с Волгоградом, что там такие убитые дороги. Ну, может быть, уже сделали, не знаю. Но это были самые ужасные дороги. Хуже дорог я не видел. Я имею в виду федеральные трассы. На мой взгляд, самые плохие дороги в Волгограде и самая плохая, опять-таки, на мой личный взгляд, экология воздуха – это Вачинские, Кемеровская область. Вот видео, которое я буду размещать без ускорения на втором аккаунте, вот там комментарий мой по... поводу воздуха, который в Ачинске можно будет услышать по полной программе. По полной, то есть я там высказываюсь эмоционально, конечно, но на самом деле двигаешься по городу и чувствуешь, в автомобиле дышать нечем. Я об этом и говорил и писал, даже когда была пресс-конференция у Путина. Вот, ну, он ежегодно устраивает такие встречи. Я дважды писал позапрошлом и позапозапрошлом году, что катастрофическая ситуация с экологией в Ачинске, ну, это осталось без внимания. Крайне необходим мост через реку Лена от Якутска к Нижнему Бестиху. И что-то еще там писал, но все мои вот эти вот самые, они как в песок ушли, никто на них внимания не обратил, и нигде я реакции на это не слышал и не видел. Жуткая объездная дорога в Канске. Через город большие грузы не пускают. Ну, благо, я на маленькой машинке через город могу проехать. Пробовал однажды проехать по объездной Канска, но это называется смерть фашистским оккупантам. Хуже, чем Бердюшка. Александр, логин Александр VII написал по поводу ошибки. Возможно, в Цукеровской балке было перекрыто движение. Возможно, ДПСники шмонали всех подряд и образовалась пробка реальная. Не знаю, честно говоря, я в чем была причина. Были разговоры, что там ДТП было. Вот потом в
Фура вроде бы дорогу перекрывала. Одни говорили про затор, другие говорили, что движение свободно. Я бы поехал, конечно, напрямую по федералке, а не стал бы объезжать. Вот сейчас уже не могу припомнить, что вот в этом месте, в Цокеровской балке, было сильное ДТП. По-моему, это видео, ну, которое я буду размещать, Москва, Севастополь. Тогда, да, по радио передавали, что там жуткая авария, туман был в балке, и одна фура влетела в другую, там картина, конечно, была. Мы проезжали, видели, что-то на кадр попало. Вот, кабина одной фуры просто была в смятку разбита. Жутко представить, что могло случиться с водителем. Ну, трудно определить, почему. Ну да, там был туман, и в тумане, значит, водитель одной фуры не заметил припаркованную, ну, вторую фуру, и там жуткая авария была. Недавно совсем узнал, что на датакаме есть кнопка фотографии. То есть во время съемки можно сделать фотографию, заснять, не прерывая самой съемки. Вот, инструкции нет к этому. Возможно, она есть, но у меня нет подробной инструкции со всеми функциями видеорегистратора. Ну вот теперь, если буду ехать, буду знать, что можно остановить кадр, сделав съемку, сфотографировать. Да поздно замечаешь, когда подъезжаешь уже вплотную близко, вот нет времени развернуть видеорегистратор, хотя это делается очень быстро, легко, без проблем, но как-то вылетает. Вылетает из головы, что было бы неплохо сделать фотографию. Вот, например, вчера, вернее, вот на этом видео, в прошлых сериях проезжали, там, где вот на М4 перевернулась цистерна, и которая пробка растянулась на несколько километров. Я ее увидел в самый последний момент, поэтому не успел сориентировать видеорегистратор. В видео Москва-Красноярск, ну там ситуация была попроще, в том плане, что там перевернулась фура со стройматериалом, и было организовано движение, вот эти стояли гаишники, регулировали движение. Там у меня была возможность как бы подготовиться, и проезжая мимо перевернутой фуры, я развернул видеорегистратор и заснял этот момент. А до этого это было под, как же называется, Карпачёва, а чуть ранее возле Аша тоже слишком поздно увидел место ДТП, где погибли 9 человек. Но это было резонанс, такое громкое ДТП, об этом и по телевизору много говорили, показывали. Мы там проезжали, и я только боковым зрением увидел, что люди ходят, там собирают какие-то остатки вещей, одежду, ну, какие-то предметы собирали. Это было перед Аша. Так-то вот во время движения достаточно много ДТП этот попадается, но как-то на этом не заостряешь внимание. Вообще неплохо было бы, конечно,
вот на этом акцентировать внимание, чтобы водители, ну, как бы учились, что ли, на чужих ошибках. Я думаю, чем больше будет видео об этих ДТП, тем их будет меньше, потому что многие уже будут, не будут расслабляться за рулем, а будут постоянно в готовности номер один. Это 6-я серия для 2-го дня движения. Будет заключительная. Вот этот городок. Славянск на Кубани. Мы проедем ночью, но в видео Москва-Севастополь, часть, половина города будем проезжать в светлое время, потому что на ночевку остановимся вот в Славянске на Кубани. Не знаю почему, но мне как-то вот близко к сердцу стал этот город. Такой аккуратный. Ну, трудно объяснить, но вот как-то сразу располагает к тебе этот город. Трудно объяснить, почему. Какая-то общая аура, что ли. Вот, но это уже будет в другом видео. Сегодня проедем его вот в темное время. Можно будет увидеть только фонари. Фонари там, не знаю, может быть, какие-то отдельно стоящие дома. Что-то будет видно, но, конечно, съемка в светлое время была бы гораздо зрелищней, что ли, гораздо эффективней. Так, комментариев пока, сообщений никаких нет. Ну, я вот получил сообщение, не знаю, на все ответил. Ну, так как вот я это вижу, так как я понимаю. Вот трансфондером, конечно, надо будет мне заняться, поинтересоваться, что это за система, насколько она эффективна и насколько выигрываешь, имея ее. Про переименование М4 Дон, М4 Крым. Ну, посмотрим. Вот. Нет ничего постоянного в нашей жизни. Все течет, все меняется. А трассу М2 Украина переименовать тогда в трассу М2 Дон. Вот эти вот светлячки на горизонте, заправочная станция. Впереди город, ограничение 60. Не прозевать название. Ну, возможно, и Славянск на Кубани. Вот по карте посмотрел, сравнил вот этот маршрут, по которому двигаюсь сейчас, с
маршрутом через Краснодар. Все-таки считаю, что через Краснодар гораздо... Так, что это такое? Через Краснодар гораздо... Не то чтобы комфортнее, гораздо быстрее и гораздо лучше. Все-таки и дорога широкая, и скоростной режим там можно на большей скорости ехать, там другой скоростной режим. Но вот ведущему нравится вот этот участок, вот этот вариант. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Ну, с правой стороны во время движения можно рассмотреть поезда. Кончается фонари освещения, кончается жизнь. Как у негра, короче. Смотрите видео, спрашивайте, пишите. Так мне легче о чем-то говорить, на что-то отвечать, какую-то тему вести. А так вот, ну что, черный экран, дождик моросит. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Ну вот подъезжаем. С большой долей вероятности могу сказать, к Славянску на Кубани. Но если нет, то может быть чуть дальше. Ну, сразу заметно будет улицы, такие дома. Это, наверное, подъезжаем только.
пытался одевать и желтые очки. Ну, вроде бы улучшается видимость. Впереди город. Ограничение 60. Или кажется, или соглашение. Самая лучшая борьба с темнотой – это свет. Я так думаю. Ну, это пригород, надо понимать. В темноте только догадываешься. Но учитывая, что длительное, то есть на длительном расстоянии столбы освещения, то это пригород. Я вот по этому маршруту, этот вариант у меня впервые. Впервые по нему еду. Раньше проезжал до Краснодара по федеральной трассе. В Крым еду впервые. В Крыму до этого не было. Я думаю, скоро это видео станет историческим архивом, устареет, потому что движение будет организовано уже по мосту через Керченский пролив. Вчера, по-моему, по телевизору передали, что в мае месяце уже будет запущен автомобильный мост через Керченский пролив. Железнодорожный будет сдан в конце года. Да, это Славянск на Кубани. Впереди камера. Ограничение 60. Ну вот, посмотрите на ночной Славянск на Кубани. Видео может не совпадать с аудио, не успеваю. Ну,
как не то, что не успеваю, а забываю контролировать время на каждый ролик, на каждый 5-минутный ролик, полторы минуты комментария. Чуть зазевался и все. Не знаю, совпадет или нет аудио. Ну вот, полюбуйтесь. Впереди мобильный пост ДПС. Переход. Ограничение 60. Красками города Славянск на Кубани. Вот вторая поездка. На первом же перекрестке мы повернули направо. Там была стоянка за магазином, по-моему, «Лента». Но это было во второй поездке, а вот в первой поездке это... Что такое, что за шум? А здесь мы проехали, не останавливаясь. Накрапывает мелкий дождь. Ну вот, по сути, и проехали весь город. Повторю, что мне Славянск на Кубани очень понравился. Как-то сразу расположил к себе. Теплоту какую-то непонятную. Ну, трудно объяснимое чувство. Вот, по сердцу мне этот город. Вот опять темнота. Опять чернота, накрапывает дождь мелкий, видимость отвратительная. Ну, во-первых, у меня с глазами тоже не все в порядке, левый глаз меня подводит, плюс еще вот эти вот встречные автомобили слепят. По этой причине не люблю двигаться ночью. На привал остановимся вблизи морского вокзала. Чтобы утром сразу на паром.
И вот так вот до морского вокзала, по-моему, километров 50, наверное, в такой же темноте. Житья с вами нету. Ходит тут, ходит. Впереди мобильный пост ОБС контроля разметки. Ограничение 90. Тут уже не пройдет кредит и докажет, что это район наличия.
Ну да. Поэтому ведь... Ладно, ну так, то есть ладно, поговорите. Хорошо. Ну, осталось совсем немного до привала. Поскольку эта поездка была первая, мы не знали технологии оформления документов на паром. Поэтому я не буду, наверное, показывать все эти круги в темноте. Вот. Но главное показать дорогу в ночное время. Ну, сейчас дождь идет. Слышно, как он этот. По автомобилю это крапает. Следующую серию, седьмую серию, начну с того места, где мы останавливались на привал на ночевку. Вот фуры собрали хвост, поэтому скорость такая маленькая. Не знаю, совпадет или нет комментарий с картинкой. Вот 40 километров. И попробую обгонить целую колонну. Фура ищет место для ночевки. Для привала. Кто-то останавливается на кратковременный отдых. Ну, поспать там может быть час, два, три. Прямо на заправках. Дождь все сильнее, слепит. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 60. Сейчас, просматривая видео, вспоминаю, что вот эмоциональное состояние, не по себе становится. Вот недалеко уже морской порт. Thank you.
Ну, вот недалеко морпорт. Ну, а эти вот круги, которые нарезали возле морпорта, вот это можно посмотреть на аккаунте Видеодорог 2 без ускорения с реальным аудиокомментарием. С оригинальным, я имею в виду. Впереди камера. Ограничение 40. Ну вот, на этом я, наверное, остановлю видео, потому что примерно еще час, наверное, движение в темноте, туда-назад. Впереди камера. Ограничение 60. Ну все. До 7-й серии. Кемрик. СТПС контроль разметки. Ограничение 60. Кемряк. Город Кемряк. Ну все, я закончил трындеть. До 7-й серии.